Всем хорошего дня, я на Байкале, зимнем Байкале. И здесь такие, как называется, как сталактиты практически, правда, это всего лишь сосульки. Наплески. Как называется? Наплески. Наплески, да, от волн, которые были здесь осенью. И вот, смотрите, есть оранжевый особый мох, и это очень редкое сочетание, которое можно увидеть на скалах, и он говорит о том, что здесь очень экологичное место. И вообще экологи, когда видят это, то они обычно даже не проводят измерения, как рассказывают местные жители, а понимают, что именно это место, наверное, самое экологичное, одно из самых экологичных на планете. Вот такое вот здесь потрясающее место. А там Байкал, вот на такой штуке мы катаемся. Как называется? Хивус. Хивус. Да, на Хивусе. Сейчас поедем дальше. Спасибо.